приятный ламповый обзор на чехлы. За такую цену? Привет, друзья! Сегодня на канале не будет каких-то супер гаджетов. Сегодня мы поговорим о такой вещи, как чехол для телефона. Ну, чем еще мы можем в 2019 году повыпендриваться друг между другом? Ну, не айфоном же. Айфон уже там, айфон у этого, айфон у того, у всех айфонов. Чем мы можем отличиться? Чехлом для телефона. Чехлом для айфона в моем случае. Поэтому я сегодня взял на обзор у моих друзей whiterymarket.shop, у которых огромный выбор чехлов для всех моделей телефонов. Я уверен, у них есть все. На любую модель. Xiaomi. Для всех моделей айфонов. Для всех Huawei. Для Meizu. Для Xiaomi. Для всех телефонов. Огромный выбор чехлов. Но сегодня я взял у них самые интересные чехлы для iPhone. Поехали. Спасибо магазину iTerramarket.shop за предоставленный на обзор девайс. Ссылка на него в описании. Сразу скажу, почему не оригинальный чехол. Заходим на сайт apple.com и начинаем выбирать чехлы. Итак, кожаный чехол для iPhone XS. Ну, я уверен, для iPhone 7 Plus, 8 Plus цены примерно такие же. 4 500 рублей. Силиконовый 3 500 рублей. И, внимание, новинка. Кожаный чехол Folio для iPhone XS Max. Стоит 11 176 рублей. Какой дурак в здравом уме будет покупать кожаный чехол за 11 170 рублей? Да у многих телефоны дешевле. И это нормально. Не будем далеко ходить и начнем с первого чехла. Копия один в один. Оригинальный чехол от Apple, который мы сейчас и примерим. Ой, как здорово сидит, слушайте, я себе такой хочу. Синий чехол на золотом айфоне, по-моему, замечательно смотрится. Края немножко выступают, это для того, чтобы, если вы вдруг уроните свой айфончик вот таким образом. Цену этого чехла я озвучивать не буду. Может, вы зайдете в магазин iTerramarket.shop и натолкнетесь на скидки. У них такое бывает частенько, на какие-то позиции они делают хорошие скидки. Поэтому заглядывайте в магазин, заглядывайте к ним на сайт. Чехол, на самом деле, не пахнет. Слушай, а внутри как приятно тоже. Ну, смотрите, какая поверхность у него тканевая. На самом деле, ну, такое ощущение, что прям в коже. Очень приятный на ощупь, такой soft-touch пластик. То есть ваш iPhone не улетит со стола. Я не думаю, что вы сторонник краш-тестов своего iPhone, поэтому этот чехол вас и ваш телефон приятно удивит. Поехали дальше. Второй на очереди у нас опять-таки полная копия оригинального чехла. Вот в такой коробочке. Он стоит чуть-чуть дороже, но это кожа. Я думаю, это так называемая эко-кожа. Внутри такая же поверхность, приятная, тканевая. Снаружи это, кстати, пахнет кожей. Интересно, но пахнет кожей. Но за такую цену, слушайте, я, наверное, оба этих чехла себе оставлю. Смотрите, черный цвет. У нас все в России любят черный цвет. Черные айфоны, черные гелендвагены, Лада Калина. Черная Лада Калина есть вообще? Нет. Замечательный чехол. Опять-таки, есть логотип яблочко. Поэтому, ну, если вы с таким чехлом появитесь где-нибудь на улице, скорее всего, подумают, что у вас чехол Folio за 11,5 тысяч. И никто не догадается, что этот чехол стоит в 20 раз дешевле. Итак, поехали дальше. У нас на очереди вот такой чехол Fashion. Насколько он Fashion, сейчас мы проверим. О, он такой тяжеленький. Воу-воу-воу. Берете, открываете, вот так вот аккуратненько ставите его внутрь свой телефончик. И накрываете вот эту магнитную. Вы только посмотрите на эту поверхность. Это похоже на стекло. Я не думаю, что она лапается, потому что цвет белый. Выглядит замечательно. Края алюминиевые. Увесистый мужской чехол. Переходим к интересному чехлу, который светится в темноте. Давно такой себе хотел чехол для вечерних прогулок, чтобы, знаете, вечером так прогуливаешься, чехол твой набрал заряд за целый день. Особенно это будет актуально летом. Смотрите, какой тигр.
Сам чехол изготовлен из силикона. Внутри он тоже такой силиконовый, обрезиненный. То есть нету здесь какой-то поверхности тканевой. Но она и не обязательна. Когда вы появляетесь вот с таким тигром где-нибудь на тусовке, мне кажется, внимание вам обеспечено. Особенно если в этот момент выключат свет. Ну и кто после этого будет самым крутым в клубе? А? Когда мы в клубе, чиксы танцуют. Конечно же, вы. С этим чехлом. Итак, поехали дальше. Переходим к брендам. Всем известный бренд Bazeus. И мы начнем с более простой модели. Нас внутри встречает силиконовый чехольчик, такой скорее даже пластиковый, пластиково-силиконовый чехольчик, плотненький, не как вот эти вот, знаете, дешевые всякие чехлы, которые продают на каждом это все-таки Bazeus. Bazeus, причем, за вполне адекватную, демократичную цену. Главная фишка этого чехла, кроме того, что он очень приятный на ощупь, подставочка, чтобы вы могли вот так открыть, поставить, кинчик включить, сериальчик включить, пока вы кушаете свой дошик или фуагра. Чем он отличается от вот тех чехлов, которые раньше встречались, я помню. Вот эта подставка у них такая массивная, тут такая пластиковая фигня, на которую ставишь, она не стоит. Ну, то есть боль. Боль и проблемы. Здесь это можно сказать, что это элемент дизайна. Ну что, вот так вот, да? Вот обычный такой чехол, обычный телефон, обычный iPhone. А вот так. Переходим, конечно, к последнему нашему, но не по своей важности. В нем есть определенная какая-то фишка. Ого! Вот в этой части этого чехла расположен модуль для беспроводной зарядки. То есть я свой 7+, вот так установить, чехол, который, кстати, абсолютно не сказать, что толще, чем обычные чехлы. Вот так. И использовать беспроводную зарядку. Ну, удобно же, здорово, да? То есть сейчас, на данный момент, смысла покупать 8+, абсолютно нет. То есть вообще весь потенциал 8+, просто-напросто отпал. Потому что мы покупаем вот этот недорогой чехол от Bazeus. Вы знаете где? В iMarket, конечно же. Красный чехол. То есть красные кеды, красный чехол на лето. Думаю, будет стильно. Беспроводная зарядка обеспечена. Чуще надо. Что хотелось бы сказать по итогу. Все эти замечательные чехлы на самом деле удобные, мягкие, приятные тактильно, приятные глазу, абсолютно разные цвета. Все эти чехлы отличного качества. Вы знаете, где их покупать, поэтому подписывайтесь на канал, заходите на itermarket.shop. Давайте вместе шагать в ногу с технологиями. Пока.